Чё там? Ёпта! Братва, тут падла! Баннер, Витошара!
тут слыхал вообще? Ох, твою ж, чушь, кто здесь? Грищик! Ты с того поезда, да? Ну, здравствуй, браток, здоров будь. Вы, видать, с продвинутого места. Ишь, какие штуки на тебе. Тьфу, бесовщина! Во, видишь, сын, нормальный человек с обхождением, и нечего так нервничать. Вы уж это, на местных зла не держите. Чужаки просто в последнее время нападают, короче, часто, вот они и обозлились. Ну и Силантий все мозги прокомпостировал. Грех, батенька! Вот видишь, сын у меня мой, тут если Силантия не слушаешь, житья не будет. Слыхал, крест к вам прибился, это хорошо. Толковый он мужик, пропади, жалко было бы. Но да такой не пропадет. И что Катьку с малой забрали, тоже вам спасибо. Стыдобато с ними получилось. Я бы сам напросился. А что, стрелять умею. Тут после войны сначала такая жизнь была, что то кино про ковбоев. Да только сын тут у меня. Сома-поклонник по мамкиной дурости. Ну и понятно, отсюда ни в какую. А без меня и тут пропадет дурачина. Вот ты что такое кино, знаешь-то? Слыхал хоть? Грех, батенька! Общину позорите! Да перед кем? Еретик он! Вот заладил. Грех, грех. Головой думать надо. Видишь как, так и живем. Ну, парень, ты иди, пожалуй. А то и вправду увидит, кто донесут. Ну и ты, браток, только в меня стволом своим. Пушку убери.